Всем привет, снова с вами я, Дезертирка. Я обещал вам, помнится, сходить вот в эту пещерку. Давайте сюда и сходим. И продолжим изучать различные задания. Бля, слушайте, какой классный музончик. Здесь ничего нету? Ради интереса просто. В пещере, наверное, ничего нету. Мне нравится музон, когда типа вексы нападают и такой... Очень прикольно. Я, конечно, понял, что я не попал по нотам, но... Какого хрена вы неуязвимы, ребята? Типа там кто-то другой раньше меня сюда зашел или что? Почему он не под мой уровень? Ладно. Не в этот раз. Но пещерку мы запомним. Просто как-то обидно, знаете? То есть, ну, на выходе стоят мобы моего уровня, а чуть поодаль сразу не моего. Причем я помню, что я зачищал эту пещеру. Да, я в курсе, кстати, что я бью старым оружием еще, которое у меня, типа, старое. Ну да ладно. Они телепортировались? Серьезно? Так, вот где-то вот здесь вот мы видим снизу. Может, сверху там нету. Находится сундук. Снизу же, я надеюсь. Он не может сверху находиться, ведь правильно? Вот он, да. Отлично. Расколотый талисман. Реликвия Варлока. Мы обнаружили артефакт. Теперь мы можем, короче, включить возвращение вашей потерянной силы. Он добавлен в предметы вашего подкласса. Круто. Замечательно. Теперь мы, короче, можем еще больше все это дело делать. Так, Аркадийская долина. Край артефакта. Мероприятие начнется, мы можем, в принципе, его еще раз сделать, получить много-много опыта. Внимание экипажу! Кабал начинает операцию по сбору ресурсов. Я жду. Дорогих кабал. Бамс, она упала. Вы думаете, что можете сюда так просто прийти и начать бурить? Интересно, когда они остановятся? Ну, в смысле ты такой, типа, уязвим, не уязвим, типа, да? Крутой, все дела. Я, короче, пока вот здесь постою. И сменю, скорее всего, себе оружие на более мощное. Больно-то. Где кабалы? Кабалы! Где?
Вспомнишь говно. Так. Ну, это будет довольно быстренькая миссия, то есть, ну, зато мы действительно получаем довольно много опыта. Опыт для нас важнее в этом плане. Так. Здорово мы этот корабль сделали. Мы его сделали. Во всех смыслах. Ну и все, говорю же, это будет быстро. Особенно удобно. Они готовы взорвать свое оборудование, лишь бы оно не досталось нам. Кабал не очень-то нам доверяют, а? Понятия не имею, почему. Очень удобно, когда у тебя в команде там пару веселых ребят из разряда 50-х уровней, да, то есть для них... Хотя нет, они, по-моему, все равно синхронят подо всех примерно. Эти за ним под самый маленький уровень, по идее, синхронят. Такой просто упал. Ну и ладно. Типа, ну и ладно. Вот, общий мой уровень уже, ребята, 177, вы помните, был 92, да? Прокачался, короче. Красавчик, типа. Эй, команда, я знаю, как подключить нейру к ядру Несса и забрать все данные, какие только можно пожелать. Помогите мне поставить маяки, и я все объясню. Так. Помочь поставить маяки, да? Это был плохой прыжок. Так, а, вот сюда нам надо всего-то на все. Я это думал. Так, стопэ. Папам. Нет. А вот так? Вот так. Замечательно. Эти маяки позволят Нейре подключиться к ядру Несса. Только представь, сколько данных она оттуда вытащит. Полезный и разумный план, друг-призрак. А мне кажется, это дурацкая идея. Ну, каждому свое. О, тайничок. Поверь, все получится. Ты ведь знаешь, как я умею сканировать и взламывать. Да. А теперь твоя очередь. Просто класс. Такой типа неуязвим, 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 но получает Лей, да? Так. И последнее. Бдыщ. Бежим дальше.
разблокировать ядро Несса. Это ж прям... Чё-то с чем-то. Ну ладно, мне туда же, так что чё кого. Эти вексы что-то строят. Вычисляю вероятность. Да, так и есть. Что это было? Я думаю, ребята мне все равно как бы помогут. Поэтому, в принципе, это все. Короче, не стреляю я до него. Но могу пока ребят поубивать. Зачем тогда оставлять эти пластины на земле, если они злятся, когда на них наступают? Сыкозненько. Так, а как нам интересно его разблокировать. Это как-то совсем жестко они нас начали. Осталось 10 секунд потерпеть, как бы. Шпиль уничтожен. Съели? Будучи неорганическими взаимосвязанными существами, вексы не способны к пищеварению. Да, спасибо. Все равно съели! Вы, неорганические, взаимосвязанные существа! Неорганические, взаимосвязанные существа, ребята. Понимаете, да, все насколько плохо? Эх. Блок данных открыт. Нейро, готовься. Я пытаюсь притвориться вексом. Не дайте им захватить меня, капитан. Представь, что ты идешь по канату. Не думай об этом. Ты только хуже делаешь. Ты справишься, Нейра. Я в тебя верю. Если меня убьют, я вселюсь в твою оболочку. Чё, не очень-то понравилось, да? Вот нефиг. Я подключилась к ядру Несса. Видишь? Все просто. Хватай все, что не прибито. Вексы мешают моей работе. Где-то поблизости должно быть слияние. Стабилизируй его, пожалуйста. Это без проблем. Спасибо, капитан. Теперь уничтожьте эти кубы. Протоколы безопасности, которые хранятся в них, мешают мне работать. Ты действительно профи. Я знал, что это сработает. Ну, ждем дальше. Вексы отбивают.
развивается. Я отметила слияние, которое нужно стабилизировать. Уничтожьте кубы, которые они создают. Ну ладно, стабилизируем слияние. Зря, наверное, на себя обратил их внимание. Стабилизацию. Зря так часто перезаряжаюсь. Ну, это привычка, ребят. Тут ничего не поделаешь. Ну, зато синенькие вещи падают часто. Серьезно, здесь же только что была стабилизация. Или эти блоки защиты, типа, убирают стабилизацию, или что? А, ну мы можем просто убивать блоки и получать таким образом стабилизацию. Круто. Нейра, вексы послали за нами разум. Нейра, что у тебя? Так, в общем, ее захватили вексы. Мне очень жаль, но я могу это исправить. Дайте мне блок памяти разума. Ну, секунду. Это, скажем так, займет некоторое время. Будет 3 раза тэпаться. По идее. Ну да. Главное, чтобы его не убили раньше, чем я. А в реалиях этой игры? Ну такое. Короче говоря, это легко могут сделать. Но я не допущу, чтобы это сделали. Ну что ж. Веселая прогулочка выдалась. Нейроматрица, я жду тебя. Или ты ждешь меня, жди меня, я иду. Короче, вот, да. Все, вспомнил, как это работает. Ой, бежим, 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 бежим. Бежим быстрее, спасать, еще раз спасать. Нейра должна быть где-то здесь. Как только эти слияния перестанут мне мешать, я вычислю ее местонахождение. Хорошо. Наверное. Попробуем максимально уничтожать эти гадские кубы. Нашел. Ее заперли в этом кубе. Уничтожь вексов, и мы ее освободим. Надеюсь, еще не поздно. В каком кубе? О, ты плохая штука. Освободить нейроматрицу. Как же это долго.
Спасибо, капитан. Последние 10 лет я провела в беседах с товарищем по плену. 10 лет? Но мы справились намного быстрее. Время в сети течет по-другому. Он отлично умел слушать. Жаль, что я не смогла взять его с собой. Он показал мне мириады вариантов будущего этой галактики. И объяснил, как вексы на них влияют. Я поделюсь этими знаниями с авангардом. Мне очень жаль, что все так получилось. Но это полностью твоя вина, и я этого не забуду. Как она его... бедняга. Ладно. Мы с вами перемещаемся ближе к нашему другу. Так. В принципе, я могу здесь сразу сесть и долететь по прямой, правильно? Да. Не будем ждать прилета вот этой большой хренотени, которая здесь может прилетать. Просто порасхреначим всех наших врагов и быстренько к нужному месту. И поедем сегодня на Ио. Моя первая миссия на прочность Ио. Прочность конструкции 17%. Целостность хранилища данных 38%. Ресурс реактор. Я приготовила для вас бортовой журнал, капитан. Я знаю, что вы его не просили, но... Я не думала, что после долгих лет в одиночестве я опять смогу приготовить бортовой журнал. Запись 163692. Мы делаем положительный прогресс в повседневных делах. Действующих членов экипажа – 3. Недействующих членов экипажа – 15. Недействующих колонистов – 585. Мотиватор дня. Не сдавайся, детка. Конец записи. Круто. Нейроматрица благодарила за значительные успехи, достигнутые на Нессе. Продолжайте исследовать эту планету, чтобы заслужить уважение и получить награды. Здравствуйте, капитан. До вашего появления на Нессе моей главной задачей было научиться любить холодную тишину бездны. У меня были кое-какие проблемы. Однако, благодаря вашей неоценимой помощи, у меня появились новые задачи. Моя повышенная продуктивность доказывает, что мне нужна была новая команда. Я никогда не забуду свой старый экипаж, но я счастлива, что вы мой новый капитан, а я ваша нейроматрица. Так. Прикольно. Нейроматрица благодарит вас за усилия по наведению порядка на Нессе, но вас ждут новые испытания. Хрена, я тут понасобирал. Можете обменять эти предметы на награды нейроматрицы. Вот это круто. Я чисто сейчас оружие это понаберу. Ну, вот как-то так. Ладно, так, созданные сферы. Ну, в принципе, вот эти два мы уже сделали, поэтому я не думаю, что мы будем сейчас с этим заниматься. Желаю удачи. Спасибо. Просто посмотрим, что у нас по оружию нового. Можем переименоваться в 200. В принципе, все вот эти мы просто разбодяжим. На кусочки. 196, ну да, я думаю, это будет лучше, чем... Короче, до 200-ки мы уже докачались, это очень круто, очень быстро. Уровень у нас в данный момент 17-й, это тоже очень классно. Загрузка завершена. Обращение к блоку данных криптархии 107-1. Призраки и стражи. О, надо же. Значит, они все мертвы? Любопытно. Короче говоря, она очень веселая девушка. Поэтому чувствую, что с ней нам придется не один раз общаться. Но как-нибудь при других обстоятельствах, не сегодня.
сегодня мы с ней закончим общение и перейдем на Ио. Ну, сейчас вот я только вот эту всю хрень разберу. Я думаю, вы не против, надеюсь, по крайней мере, потому что, возможно, она нам что-нибудь интересное скажет. У нас появилось 200-е оружие, замечательное. А у нас появилось 196-е оружие. Здесь, к сожалению, я не знаю, как уничтожать сразу несколько видов оружия. Нет. Нет, Кейт. Я всегда рада помочь. Но вероятность отправиться в прошлое и убить Гоула на прошлой неделе, по моим расчетам, равна нулю. На какой? На 20 уровень, да? Ну, скоро сможем надеть. Нам даже части дали дополнительные, замечательно. Я доволен, я рад этому. Так, 176, но это самое крутое оружие на данный момент у нас. Так, вот это надо заблокировать, потому что вот эти как два скажете, орудия... Как скажете, мисс Карн. Рада помочь вашим исследованиям. Мои базы данных всегда к вашим услугам. Эти два орудия очень круты. Так, а тут нет ничего, кроме... Можем сменить камуфляж, окей, мы крутые, да, все дела. Ладно, и мы летим на НЭС, потому что здесь больше ни черташеньки не осталось. Мы можем, конечно, пополнять совсем кривые допки какие-нибудь, но нет, мы этим не будем заниматься. Кто-то на Титане, кстати, нас хочет. Да. Да. Нет. Нет, Кейт, я всегда рада помочь, но вероятность отправиться в прошлое и убить Гоула на прошлой неделе... Так. Я вот думаю, долетим мы нормально или нет. Там, походу, мы можем какие-то плюшечки у нее взять. Ну, вот примерно так же, как сейчас вот было. Посмотрим просто, что она дает, и прилетим на ее. Навряд ли там будет, конечно, квесты какие-нибудь. Просто, скорее всего, типа плюшки за... За закрытые награды и все дела. До твоего прихода Ули своими ритуалами чуть было не утопил это место в океане. А теперь смотри, забились под камень, лишь бы с тобой не связываться. Так и хочется снова войти в боевую группу. Так что будет нужен партнер Титан? Может, в другой раз. Командор Завала приказал мне держать оборону Сатурна. Я его не подведу. Буду следить за тобой отсюда. Не расслабляйся там. Ну, окей. Да. Именно из-за плюшек нас сюда пригласили. Можем действительно две плюшечки получить. Супер, классно. Все, спасибо тебе большое. Тебе тоже большое удачи, Слоун. Посмотрим, что она нам дала. Дала она нам более хорошее оружие, чем у нас есть. 203. Это мы возьмем вот этот пулеметик, скорее всего. Вот эту всю хрень разблочим сразу. Нафиг. Вот. Заблокируем вот эту вот, чтобы случайно не удалить. Потому что я не хочу избавляться от этого замечательного оружия. Как и от этого, как и от этого в том числе. Ладно, кланов у меня нет, ничего нет, ни черта нет вообще, поэтому мы едем на Ио, быстренько. Надо обсудить это с Варлоком. Что значат эти руны? Без понятия, и я тебе не помогу в этом. Я вот думаю, а стоит ли мне... ну, хотя да, стоит. Я же сказал, все буду проходить. Счет буду проходить. Все. Ио, здесь все пропитано энергией, что странник оставил после себя, не завершив начатого. Неудивительно, что это место свято для стражей. Теперь, когда Кейт снова с нами, все, что нам осталось, найти Икуру, восстановить авангард и устранить всемогущего. Всего-то. Одна из самых прикольных планет, кстати говоря.
Мне много где довелось побывать, но я всегда возвращаюсь сюда. Свет странника коснулся Ио в последнюю очередь. Я ищу ответы, но пока я их не получила. Икора, завалы организуют сопротивление, и он уверен... Что проку сопротивляться, если выживешь только ты? Я думаю, что Гоул знает, что этого места коснулся странник. Он отправил легион на поиски того, что им не дано понять. И они и дальше будут осквернять все, что нам свято. Спаси Ио, страж. На этот раз не упусти свой шанс. Да я уж постараюсь. Ладно, узнаем, что там будет дальше. Куда нас приведет все это дело? Так. Нам надо узнать, что делает Красный Легион на Ио. Я думаю, может нам прыгнуть туда, вниз, и как бы к страннику сразу, не? То есть вот тут как бы... Ладно. Узнаем про Красный Легион побольше, возможно, нам что-то будет в плюсик. С тех пор, как я здесь, в небе постоянно курсируют корабли Легиона. Надо узнать, что они затевают. Проберись на базу. Взгляните на небо. Что это, Икора? Энергия. Энергия странника. Что они наделали? Это я виновата. Я могла их остановить. Икора, шансов не было, особенно без света. Я — это не только мой свет. Я могла попытаться. Должна была попытаться. Но после стольких смертей, возрождений и новых смертей, странник оставил мне всего лишь одну жизнь. Я боюсь ее потерять. Возможно, смерть ждет всех нас. У Гоула есть орудие, способное взорвать солнце. Что? Зачем ему уничтожать то, что было завоевано с таким трудом? Проверись на базу. Там мы найдем ответы на наши вопросы. Не обязательно. Легион что-то грузит на корабли. Надо выяснить, что они вывозят. Важна каждая крупица информации. О, меня подбросили. Прикольно. Не думаю. Ну, как-то так. Что же вы, твари дикие, делаете здесь? Синее вещество, сочащееся из трещин в земле, это чистая энергия странника. Без башки. Ха. Такой няшка. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у них действительно здесь за хрень творится. Никого нет. Продолжайте искать. Это не в духе Кабал вложить столько сил в базу, а затем покинуть ее. Серьезно, я лоханулся и сделал... Мы приближаемся к большому буру. Бур? Они извлекают энергию странника? Это не свет. Так невозможно получить благословение странника ни мне, ни Гоулу. Или возможно? Я лоханулся и поставил, короче, Икора? Два пистолета. Что ты видишь? Не знаю. Пространственные разрывы. Какая-то магия. Одержимые. Ну ладно, будем справляться с двумя пистолетами. Думаю, потом получу что-то более подробное, получше. Ой.
Если смотришь такое, типа, на бойцов Кабалы и понимаешь, что они ничего из себя почти не представляют, да, а тут, типа, эти чувачки, как бы, да, которые тебя просто фактически ваншотают. Ты как бы тоже их можешь фактически ваншотнуть, но не справляется ситуация, на самом деле. Так. Я примерно стараюсь. С кем они были раньше? Одержимыми. Зомбированной армией похищенных душ. Их вечно будет притягивать энергия странника. Они уже не падшие или кабал. Бог Улья обратил их с помощью похищенных темных сил. Он... Постойте. Неужели Гоул задумал провернуть то же, но со светом? Все сходится. Ох, мать моя. Чувствую, что-то плохое будет. Так, тебя вот надо убить в первую очередь. Ну, типа того. Типа того, уж лучше так. Очевидно, что Гоул извлекает энергию, оставленную странником, в надежде превратить себя и Красный Легион в служителей света. Если ему это удастся, он станет бессмертным, неукротимым. Нужно сообщить Завале. Встретимся снаружи. Ок, понял, принял. Бежим наружу, ребятки. Так. Смешно со стороны выглядит, на самом деле, что я просто обычным пистолетиком убиваю таких громил и всех спокойненько как бы на части разрываю. Ну что поделать, уж извините. Не видать вам моего света, друзья мои. Я, в принципе, понимаю, почему они на нас кидаются, но потому что мы являемся светом, ну как-то. Свет странника у нас. Здесь очень прикольно сделали, когда, типа, ты встаешь вот во тьму у этого. Во-первых, ну ты видишь мир по-другому. И там ничего не происходит. Но ты веришь в мир по-другому. Это кривой просто, да? Ладно, выходим. Боевая тревога! По всем каналам! Кто-то или что-то привлекло сюда одержимых! Ашермир? Это ты? Неважно! Одержимые высасывают энергию из Луны! Предполагаю, что Ио взорвется, если кто-то в это не вмешается! Страж, мы не можем потерять это священное место. Сделай все необходимое. Останови одержимых. Похоже, одержимые создают что-то вроде портала. Остановите их! Безмозглые паразиты пытаются вызвать всех своих призрачных дружков, чтобы поглотить эту Луну! Ау. Дайте мне выбраться, ё-моё. Какого хрена вы творите, мрази? Так, возможно, я не так круто, как думал изначально. Поэтому типа спрячусь и типа начну их убивать по одному. Ну или вот так.
Колдуны. Кстати, я отхиливаюсь, когда вот так вот приношу их с близкого расстояния, типа. Так, что? Меня вот добивает то, что они, наверное, разделяются на 2 или 3. А у пистолета очень маленькая дальность атаки. Ну и так сойдет. Отлично. Кажется, мы закрыли портал. Но я до сих пор вижу аномальный разлет нейтрино. Дай нам минутку. Мы разберемся с этим. Мы его явно не закрыли. А, разберитесь с бардаком, дурачё! Ну да, мы его не закрыли. Мы его разоткрыли еще больше. Крутотенечка, чувачел, ты кто такой, мать-то? Вау, больно. Ладно, лови. Так. Надо с ним определенно что-то решать. Давайте-ка убьем его. Портал закрыт. Опасность миновала. Икора, я знаю, что это место дорого тебе, но... Мне больше нечего делать на Ио. У меня осталась только одна жизнь. И я с радостью отдам ее за победу над Гоулом. В путь! Нет нужды спешить, Икора Рэй. Нам нужно поговорить. А для тебя, назойливый страж, у меня тоже найдется пара ласковых. В смысле? Я чё, что-то плохо сделал, что ли? Ну вот, не дали изучить. Куда мы перемещаемся, интересно? И где мы? Какого хрена здесь происходит? Болтливые хамы, Искабал. Что они задумали на этот раз? А? Икора сказала мне, что командир, как его там, да мне все равно, подготовил план атаки так называемого всемогущего. План, не подкрепленный никакими данными. К счастью, здесь находятся обломки старой межпланетной сети связи. Из этой сети мы получим информацию о технических возможностях всемогущего. Тогда-то я и объясню этому завале, почему его план неверен. Ох, как я буду наслаждаться этим моментом. Тем временем, я не собираюсь упускать возможности для других исследований. Поэтому ты будешь моим ассистентом. А теперь иди и не трать мое время. Вот ты наглый засранец, Тай. Ладно, мы многое не знаем о флагмане Красного Легиона, Всемогущем. Ашер Мир считает, что получив доступ к сети военных и Золотого Века, мы сможем получить данные, которые помогут нам увеличить шансы на победу. Выберите экзотическое снаряжение, выясните, каковы слабые места всемогущего, выполнив миссию «Гнев».
Полагаю, это справедливая цена. Так, да, ну да, как-то вот так. Иди. У нас есть время. Ну, типа, получится, получится, не получится, ну, значит, не получится. Пузыри вексов. Сейчас выбрано, типа, я не могу, да? А что там требуется, кстати говоря? А, у меня все равно не хватает легендарных осколков. Удивительно, как тиканье часов помогает сосредоточиться. Отделить главное от второстепенного. Поэтому толку-то. По большому счету, толку-то. Так. Раскопки кабал по желанию. У нас миссия здесь ближе, поэтому... Ну, в принципе, мы можем до вот этой миссии выполнить вот эти миссии. Я думаю, мы так и сделаем, на самом деле. Хватит с нас сюжета на сегодня. Тем более, сюжетные миссии обычно довольно долгие. Ну, не всегда, но... довольно часто. Так. Па-па-па-пам-па-пам-па-пам. Вызовем такси. Видали, я его просто сбил. А то его сбить не получится, ну и ладно. Ну, мне брат тоже ничего не сделает, но... Типа 1-1. Страж, мои агенты сообщили, что одержимые собираются в лагере Кабал неподалеку от тебя. Не имею представления, зачем. Было бы интересно услышать твое мнение. Ну и что с того, что одержимые собираются? Они нас не тревожат. Пока все спокойно, я хотя бы могу заняться чем-нибудь полезным. Ашер, одержимые — это армия без полководца. Если мы не вмешаемся, они могут завести себе нового короля. Вот-вот. Понимаете, да? Судя по всему, здесь побывала Икора. Пришла сюда, чтобы поразмышлять о природе света. И о страннике. Есть так много вопросов, на которые мы не знаем ответа. Грустно. А ведь могли бы знать ответы на эти вопросы. Так, черепки, это значит, что мне будет немножко сложно. Мягко говоря. Но возможно. Ну, как сказать, немножко сложно, да? Учитывая, что обычно их ваншоты. Вот тут вот даже обычных не очень-то получается убивать. Так, граната, мне нужна граната там. Хорошо. Ну, знаете, раньше я там, типа, ну, такой, не получилось убить пистолетиком, ну, ладно, убьем, типа, в рукопашную, но... Здесь это так не работает. Здесь у ребят, типа, силы в разы сильнее. Но и награды при этом лучше. Так, ладно, надо потихоньку шмалять именно туда, куда надо, а не туда, куда я шмаляю.
Но я все равно продолжаю шмалять, куда шмаляется. Поэтому... Какая разница? Как будто это что-то сильно меняет, да? Не, конечно, то, что я их оставляю без голов, это круто, все дела и тому подобное, но... Кажется мне, что я просто просрался с граната. Причем мог бы не просрать, но нет, я просрал ее. Хватит прятать свое ядро. Мистер, оно не для этого у тебя. Оно для того, чтобы я тебя истреблял. О, майн факинг гад. О, майн факинг гад. Мне чувствую, будет жопка больно. Попа вообще будет сейчас подгорать, кажется. Как мать выжил-то вообще? Как я не выжил-то вообще? Что-то прям жестковатенько. О, зато новое оружие. Как я угадал, что это оружие. Вот я красавчик-то, да? Но мне на самом деле потребуется что-то такое, потому что с ним в ближнем бою, ну, в пистолетном бою, я не думаю, что есть особый смысл сражаться, потому что это будет мне больно, а ему похрену. Поэтому идем туда. И пытаемся снести ему хотя бы щиты. Гоблин гарпия. Прикольно. Рили, тебе вообще пофигу? Серьезно? Как так-то, что тебе вообще насрать просто на все, что я по тебе бью? Охренеть, ему просто насрать, вы понимаете? 240 силы требуется, чтобы его убить. Ему просто посрать. На любой наш урон, походу. Просто грустно, как бы, ну, он один остался. Нет, что-то его определенно надо протамаживать, это 100 пудов. Ничем хорошим не закончится, если мы не будем его дамажить. Ну, понимаете, просто как бы ему просто посрать. Я прям в него вот эту хрень пускаю. Насрать. Она, не знаю, отнимает у него 2-3 урона, блин, и все.
Ё-моё, я даже с меча и то его еле-еле бью. Так этот Морозина еще себе и подмогу прислал. Замечательно. Так. Ладно, вначале разберемся с подмогой. Потом с этой морозиной. Да хорош так делать, чувак. Это мне не нравится. Вообще ни разу не нравится. Сейчас мы силу восстановим. Сначала долбанем по нему гранаткой. Понимаете, ему даже на мою суперсилу посрать просто. Не, я, конечно, попробую его в рукопашную, но мне кажется, что это немножко бесполезно. Но... Это было неплохо, я вам скажу. Мы, конечно, уровень подняли, но... это было жестко. Это было прямо ауф. Как весело. Так. В принципе, все остальное оставляем. Сектор разграблен. Замечательно, я очень рад за сектор. Там, кстати же, я могу, по-моему, просто спрыгнуть отсюда. Ну да. И все. И как бы подтвердить данные коры. Теперь пойдем подтвердим. Ничего хорошего мы на самом деле здесь не получили. Ну, хотя бы опыт. Хотя бы опыт, левел вообще не лишний ни разу. То есть опыт, я считаю, тоже штука важная. Вызываем, полетели, быстренько выполняем миссию и, наверное, завершаем серию. Ну, насколько это возможно, быстро, конечно, выполнить. Так. Куда нас там ведут, кстати говоря? Потому что я что-то не помню. А, ну опять туда же, да-да-да. На базу Харона. Какого хрена ты не уязвим? А, дружочек. Ну да, он, кстати, в этой ситуации не как Кабал. Чистить территорию, но это будет не так просто, как казалось. Какого хрена неуязвим? Нафигел, что ли, совсем? Видите, они куда-то бегут. Они все куда-то бегут. Даже на нас внимания не обращают. Вот видите, последовать за одержимыми. Все одержимые следуют внутрь. У нас вообще никакого внимания. Ладно. Мы следуем за ними.
Вглубь. В самые недра, можно сказать. С оружием наголо. Мы нашли жутковатый портал. Он большой, полный звезд и пахнет озоном. Портал Высшее Царство. За этой завесой находится мир одержимых. Похоже, в наш мир собирается вторгнуться новая сила. Опять одержимые куда-то собираются. Чтобы закрыть портал, требуется прямая манипуляция гиперчастицами Ио. У тебя получится. Что? Прости. Руками! Собирай энергию руками! Всего-то. А я-то думал, как их собрать. Ну ладно, мы стали мощнее. Готово. Что дальше? Давай к тому порталу. Только порядок победит энтропию. Действуй! Сдается мне, так можно сказать про всю нашу работу. Так. Давайте возвращаемся. Прямо к порталу и пытаемся разрушить его. Чем ярче свет, тем глубже тени. Отбивайся, страж. Да, пожалуйста. Все? Или еще что-то? Ладно, пошли за следующим зарядом. Так, ну я помню, что эти ядра вроде как надо было уничтожать. Потому что из них вроде как кто-то выходит. Но проверим мою теорию на практике. Можно вот без ваших перемещений, друзья мои. Все вроде. Так, вот эту хрень добиваем. Отлично. Супер, остался один. Великолепно. Бежим. А, сюда мы пройти не можем. Фак. Обидненько, ну ладно. Нам нужно вернуться тем же путем, которым мы пробегали до этого, короче говоря. Ну и сойдет и так, в принципе, я не против. Оу, куда-то я не туда побежал. Ага, вот сюда нам надо. Лобысь. Быстрее. Что бы ни находилось по ту сторону завесы, оно уже догадалось, что ты хочешь его запереть. Серьезно? И что же оно сделает, а? А? Что? Что оно сделает? Ну? Ничего, правильно, да? Она просто захочет нас убить. Как и всегда. Да отстаньте вы от меня со своими шариками, ребят.
Почему каждое такое говнецо хочет меня убить, а? Ну вот что я вам сделал? Скажите мне на милость, пожалуйста. Как много тут говна-то, а? Замечательно. Так. Какой-то милашечный-то. Я надеюсь, это все. Это конец, да? Нет, нет, не конец. Это только начало с тобой, да? Ну, с топоров. Ну, конечно же, ты меня здесь ждешь. Кто бы сомневался-то. Лобысь. Икора, тут что-то прорывается. Какая восхитительная неожиданность. А давай мы тебя убьем раньше, чем ты меня. Команда, крикливая тварь из бездны мертва. Эта тварь служила какой-то высшей силе. Боюсь, кто-то захватил корону Орикса. Да, да. Твое предчувствие оказалось верным, мое нет. А боеспособность нашего стража была сносной. Да ты офигел. Ладно, друзья мои, давайте. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем.